4 месяца назад все было оформлено, обещали через месяц, ровно через месяц получу расшифровку, ну, эти данные все на эти коммунальные. Но вот 4 месяца каждый из них я хожу, и никакого конкретного результата я не могу узнать. Придя в управление соцзащиты в очередной раз, Татьяна Николаевна услышала привычный ответ. Ваше заявление в разработке. Кроме того, ей посоветовали самостоятельно найти оператора, который 4 месяца назад помог ей заполнить декларацию и заявление и узнать у нее все подробности. Мне сказали, идите в 25-й или 3-й кабинет и ищите внешность этой девушки, если вы ее помните, и пусть она вам объяснит, где мои документы. Я не уверена, что они вообще где-то есть и что я получу субсидию. В управлении соцзащиты объяснили, сегодня созданы все условия, чтобы мариупольцы могли получить информацию о начислении субсидии. Работают дополнительные телефонные линии. Так каждый человек может самостоятельно обратиться в УСЗН и попросить распечатку уведомления лично. Да, у нас очень большое количество получателей, которые практически невозможно подписать те же конверты. Это надо еще посадить один штат, который будет регистрировать в реестре конверт, потому что это идет строгая отчетность бланка. А у нас на сегодня уже практически 20 тысяч получателей субсидий. По закону субсидия должна быть начислена в течение 10 дней, для чего в указанный срок должна быть предоставлена вся информация о человеке, который подает документы. Это как минимум справка из налоговой службы, жилищного и всех коммунальных предприятий. Она, эта информация, не приходит в установленные сроки. Поэтому, естественно, затягивается процесс назначения субсидии. То есть после последнего документа, который пришел, только тогда обрабатывается дело. Практически это уходит месяц, а то и полтора месяца для назначения субсидии. Еще одна причина задержки получения уведомления – работа почтовой системы. Письмо может потеряться, либо у абонента отсутствует почтовый ящик. В таком случае человеку нужно прийти за уведомлением в УСЗН лично. А у мариупольчанки Татьяны Николаевны сегодня удачный день. Субсидия ей положена. И уведомление она вот-вот получит. От подачи документов до конечного результата прошло 4 месяца. Наталья Евангелистова, Виктор Дедов. Информационная программа «Зеркало».